В понедельник представители предприятия «Венсполс Силтум» с распростертыми объятиями встречали в детском отделении Венсполской больницы. Рады гостям были и медики, и доктора-клоуны, и маленькие пациенты, к которым, собственно, и пришли гости, да не с пустыми руками. Вы заботитесь о самом главном, что есть у человека. Думаем, что насколько ни была бы тяжела физически работа наших сотрудников, ваша работа все-таки еще тяжелее. Забота о здоровье людей намного ответственнее. Ежедневно вы сталкиваетесь с людьми, которые нуждаются в вашей поддержке и заботе. Мы хотим выразить признательность за вашу работу, уважение, вручив эти небольшие подарки от наших работников. Удобные яркие пуфы, на которых можно сидеть, с которыми можно играть, создадут дополнительный уют в детском отделении. Подарки малышам приобретены наличные средства работников предприятия «Венсполс Силтумс». В дополнение к пуфам гости преподнесли дары осени – богатые витаминами яблоки. Man likās ļoti, ļoti patīkami tas, ka tas nāca laikam no jūsu darbiniekiem, un tas no tām sirsniņām. Мне очень приятно, что инициатива идет от самих работников, от их сердец, что излучает тепло. Если вы обычно даете тепло, чтобы нам было физически тепло, в этой акции проявляется душевное тепло. А это самое лучшее, что можно дать. Если предприятие людей, желающих дарить тепло, будет больше, то весь город станет более теплым, потому что добро и тепло распространяются. Свою добрую волю участвовать в акции проявили 30 работников предприятия, для которых важно поддержать детей в непростой момент. Не важно, насколько большой подарок. Главное, что вы думаете об этом. Обычно подарки дарят на Рождество, на Новый год. А вы подумали об этом совсем в другое время. Общество должно помнить о том, что об этих детях надо заботиться круглый год. И мы заботимся. Венсполская больница проявляет особый подход к внешнему облику детского отделения. Стены палат украшены яркими рисунками, есть комната отдыха. Обстановка в отделении приближена к домашней. Татьяна Саксаганская, Инджо Дзинш, Курзамское телевидение.